Ленинский районный суд отправил врача-вампира, который устроился работать терапевтом по поддельным документам, на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Подсудимому Борису Кондрашину вменяют устройство на работу врачом по подложным документам и незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Его история прогремела на всю страну в январе этого года. По версии следствия, Борис Кондрашин устроился работать в больницу номер 11 терапевтом по купленному диплому после 10-летнего пребывания в клинике для душевнобольных. Причем в психушку он был отправлен судом на принудительное лечение 20 лет назад за то, что в 90-х расчленил своего друга и выпил его кровь. Были совершены определенные ритуальные действия. Он после совершения убийства, после расчленения вырезал сердце, выжил из него кровь в серебряный бокальчик. Выпил это все. Тогда никто и подумать не мог, что спустя время он выйдет из психиатрической клиники и осуществит мечту детства. Станет врачом, купил диплом, устроился на работу и, не имея никакого медицинского образования, он выписывал людям лекарства. Трудовая книжка, с его слов, была утеряна, и, естественно, учреждение завело ему новую трудовую книжку. И вот суд отправил Кондрашина снова, как и в 90-х, на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Впрочем, когда-нибудь он опять может выйти на свободу.